Проявить себя и почувствовать вкус больших побед. В Кировском районе Самары подвели итоги районного этапа турнира «Лето с футбольным мячом». За право участвовать в городских соревнованиях бились 22 команды. 220 мальчишек и девчонок, влюбленных в один из самых популярных видов спорта на планете. Лучшие из лучших получили заслуженные награды, почетные грамоты, медали и кубки. Чествовали победителей представители городских властей. Районный этап у нас прошел достаточно активно. У нас 4 победителя, 4 школы в разных возрастных категориях. Тоже 2 школы представляют девочек, 2 школы мальчиков. Те, которые победили и выходят у нас на городские соревнования. Чтобы достичь высоких результатов на городском и областном этапах, юным спортсменам придется приложить еще больше усилий. Женская команда Павла Журавлева сумела стать триумфатором соревнований на районном уровне. Но планку строгий наставник снижать не намерен. Напротив, тренер считает, что его подопечные готовы взять новую высоту. Старшие девочки на протяжении уже 4 лет показывают стабильный результат. Это 2008-2009 год рождения. И мы даже в прошлом году выиграли первенство области «Лет с футбольным мячом». И съездили в Москву, повидались с родиной Ириной. Замечательная была поездка. В этом году мы хотим повторить, но все намного сложнее. «Лето с футбольным мячом» – соревнования, которые поддерживают и школьные педагоги. Ученики не бросают тренировки даже во время больших каникул. Спорт – это здоровье, и здоровые дети – это наша задача. Поэтому занятие спортом не только в период учебы, но и в летний период – это очень важно. И мы стараемся, конечно, принимать участие во всех мероприятиях, организовывать их на своей базе. Турнир «Лето с футбольным мячом» проходит в Самаре уже в 14-й раз, но с каждым годом количество участников неуклонно растет. В общегородском турнире соревнуются около 200 команд в 2 возрастных категориях – дети от 9 до 11 и от 12 до 14 лет. Игры продолжатся до 31 августа. Второй этап соревнований проведут с 22 по 24 июля на площади Куйбышева. В нем будут сражаться команды-победители районных этапов турнира. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События.